Оба не были. В момент передачи они не были. Один метр, второй, два, и как мне тут? В момент передачи они не были. Хорош! Сам иди! Гильманов, зона открыта! Тащи мяч! Артур, сегодня в Салавате матчем между Уфой-2 и Зенитом стартовало зимнее первенство РБ по футболу. Расскажи, как складывался матч и опиши свои впечатления по игре. Ну, впечатление самое положительное, то, что мы вышли на хорошее поле. Спасибо организатору, что подготовили так хорошо. Не реализовали два пенальти, досадно, но ничего страшного. Забили голы, выиграли. Не очень трудный матч. А каково было играть при температуре минус 20 градусов? Ну, когда на поле бегаешь, эти 20 градусов вообще не чувствуются.